Салам алейкум, дорогие друзья. Вот я на сторону Медгорода. Смотрите. Вот Тибет, Ташкент Тибет Академия. Вот Медгородок, я направился. Вот это автобус 16. От Чкалов, что ли? Чапан, откуда? Я не успел прочитать. Кто-то здесь может студентские годы квартиры снимал. Может. Поэтому воспоминания, я думаю, будут. Я рад, если будут воспоминания. Здесь много изменилось. Конечно, раньше так и не было. Потому что новые дома. И частный сектор очень изменился, внешность, современность. Тойхана Шахзода. Значит, рядом второй клиника Тибет, медколледж, семейная поликлиника 16. В прошлом году тоже я здесь бывал. Сейчас звонит. Алло. Алло, валикум ассалам. Шурияке, ашмисан, зумисан, шнаринг ашам. Тенчим вилар. А, Яша. А, ты шли мы, ну, телефон колеса. Я халва, лью, как ты говоришь, а?
Sizlar aytib qo'yasizlar, lekin yo'qsizlar. Chiqsang telefon qilib qo'yarsan. Ha bo'ldi, Mansurni olasan. Ha, dadang keldimi? Ha, bo'ldi. Bu yaxshi bo'pti, ancha bo'ldi sog'inib qoldi yerga shovg'ani ham. Aha. Ha, maza qatdi. Ha, o'tadi u ham, to'g'rimi? Nimaga? Bo'pti unda gaplashamiz, men yo'l dedim. Xo'p, sog' bo'l. Здесь тоже гостиница, вот видите, это отлично, чтобы легче людям было. Сразу мини-маркет, Саудо, Саудо-маркет. И тут же гостиница. Действительно, это хорошо, удобство для людей. Ну, потому что со всего республики приезжают люди, даже соседнего государства, хотят гостиницу. Это было... проблема когда-то, а сейчас эта проблема решился все полностью. Поэтому отлично это. Тридцать четвертый с Шиланзара. Это старинный маршрут. Это в 80-м году тоже было. Это маршрут. 84-м. Потому что когда я в Ташкент приезжал, это было маршрут. Линия. Джидали Махалласа. Вот 82-й, что-то я, ну я 82-й особо не помню. А, он старого Каракамыша до сквера, по-моему, едет.